Да, к сожалению, пока у нас только двойка сейчас будет кататься. Это означает, что пацаны у вас все те же самые две минуты. Еще раз Александр Боянов, судя по всему, и Глеб Карпенко пока что будут кататься вдвоем. Не знаю, что вы там подготовили для нас. Итак, времени у вас все по-честному. Три минуты. Боксы, поехали. Итак, Саня Воинов вовсю уже готов к трюкам. Пацаны, мне кажется, будут мешать. Двигайте все вот сюда. Двигайте. Барфин на ноу-хэн, на тэп. С первого раза вы посмотрите, какой контроль у нас у Александра Боянова. И не знаю, чем же ответит Глеб Карпенко. Где Глеб Карпенко? Глеб Карпенко у нас, оказывается, не катается. Так что, Санек, время у тебя осталось 30 секунд. Или, может быть, это и будет самый лучший трюк. Итак, соло-сессия у нас тут прямо сейчас Александра Боянова. Дикейт попытался на тэп. 540 дикейт на тэп, если быть точно. И еще одна попытка дикейт на тэп, на тэп. Первый трюк, и 6 секунд у тебя остается, мне кажется, просто для получения овации за свою попытку. Два бешеных и очень крутых трюка были оформлены прямо сейчас. И вы вплотную подошли к самым сильнейшим райдерам, не побоитесь.